Всем привет! Ни для кого не секрет, что вышел очередной патч на StarCraft 2. Патч с номером 2.0.5. И самое время показать, что же он из себя представляет. А на самом деле добавилась всего одна полезная опция. Это смена региона. Теперь вы можете играть не только в своем регионе, в данном случае, как у меня, например, Европа, но еще в каждом из трех оставшихся. Давайте посмотрим, как это сделать. Делается это нетрудно. Нажимаем «Сменить игрока» в меню игры. И видим кнопочку «Регион». В кнопочке «Регион» видим возможность выбора одного из четырех регионов. Если вы не китаец, а вы, скорее всего, не китаец, то эта опция для вас доступна. Ну, допустим, мы хотим зажечь в Северной Латинской Америке. Выбираем, нажимаем ОК. Нажимаем «Соединение». Вводим наш старый пароль. И можем выбрать новое имя персонажа, например, что-нибудь такое. Да, подтверждаем. Ну все. Все окей. И теперь также можем выбирать подбор соперников, рейтинговые игры и благополучно играть. На этом все.